Добрый день, меня зовут Романова Ирина, я являюсь заместителем председателя регионального отделения по Свердловской области Всероссийской политической партии «Роста», также вице-президентом Союза малого и среднего бизнеса, состою в Союзе работодателей, работаю генеральным директором компании, есть собственное производство, но прежде всего я обычный человек, мама. В определенный момент жизни пришло понимание, что нужно заниматься еще чем-то помимо своей семьи, работы. Мы решили создать фонд «Благодел», где каждый человек занимается благим делом. В наш фонд мы приглашаем семьи с особыми детками, пожилых людей, чтобы проводить разнообразнее свой досуг. Этот фонд мы решили создать совместно с директором студии танца «Райское место» Аленой Артамошкиной. И мы хотим, чтобы в нашем фонде именно мамы чувствовали себя комфортно, потому что для женщины главное – это красота и любовь.